командир нам нового дали, лейтенанта. Вот он тут рассказывал. Он говорит, когда контракт кончится, домой никто не отпустит. Только 300. Натуры? Да. Я... Да по***, сам все стрельну, да и все. И денег получу, ляма 3, еще и это. Домой спокойно уеду со срочкой. Да, ребята мне рассказывали, которые уже здесь были, они мне рассказывали, как все правильно сделать, грамотно. Ну, самое главное. Легкое ранение получить, за это бабки и домой нахуй. Полгода отсрочка дается. Можешь и пораньше сделать. Чемоданы собрал уже? Какие нахуй чемоданы, блядь? Я заебался на такого порыть, на нахуй спина, блядь. Я такое чувство, что у меня спина, блядь, титановая будет, там, когда я приеду, блядь. Там убался тут какой-то, хуй. Хорошо, что ты и так мощный. Тебе. Да, блядь, да кого? Я уже нихуя не мощный, нахуй. Все, блядь, силы меня покинули, нахуй. Командование еще конченое, блядь. Немножко уже осталось. Да хуй, это как немножко? Тут уже разговор идет о том, что, блядь, люди, которые, блядь, призвались позже нас вести. У нас контракт заканчивается, блядь, 2 нахуй, декабря, у кого-то 6, а у кого-то самый последний 30 декабря, блядь. И поговорим так, что, блядь, чтобы всех отсюда вывезти, нам придется их ждать. Устройте бунт. Да какой нахуй бунт, блядь, толку, кто нас нахуй вывезет, блядь, долбоебы, блядь. Че конченые, сука, люди ебаные, блядь. Уже нахуй заебали этот нахуй. У нас командир, это вообще пизда, нахуй. Один вид, идиотство, нахуй. Поехали стрелять, блядь, и там, сука, блядь. Танк нас ебашит, нахуй, ебашит, блядь, чуть не прямой наводка. Мы ему говорим, куда мы, сука, идем, блядь, он же сейчас приходит, а, похуй, идем стрелять, блядь, говорит. Мне похуй, мне, говорит, типа, я жить здесь все равно особо не хочу, блядь, заебись, блядь. Собирались переехать, не переехали. Да, да какая же. Ну, тут дебилизм такой, понимаешь, у нас командир даун полный. Задолбал уже. Вчера такая ругачка была, тут вообще жопа. А что такое? Ну, все из-за этих окопов и так далее. Он тут дебильные команды дает, мы уже отказываемся. Он такой, все, идите, рапорт пишите. Я говорю, тебе надо, иди, пиши, говорю, рапорт. Задолбал, говорю, уже. Я говорю, дебилой, какие-то команды, говорю, свои даешь. Я говорю, он нас в одну эту хочет, в один окоп загнать нас, чтобы туда снаряд упал, чтобы там все погибли. Я говорю, ты что вообще, говорю, больной, говорю, что ли? Сказали, больше, прежде чем сюда ехать на войну, сказали, больше 3 человек, чтобы в одной яме не было. Не было, потому что это цельно, нафиг, сразу убивают. Вот с***а какой, а. Ну он же с вами, падла, он вообще свою жизнь не ценит. Ну ему плевать, он когда здесь мы с ним были, он потом рассказал, что ему как бы его жизнь, как бы ему пофигу. Я свой себе сам окоп рою. Я сказал, я не полезу в эту могилу. Я говорю, хотите умирать, я говорю, снаряд прилетит, я говорю, вы все погибнете. Я дебилоид какой-то, меньше месяца до дома осталось, он ерундой тут занимается. Уже никто не хочет делать, уже у всех спины болят, уже тут ты болеешь, насморк, спина, руки. Ты просыпаешься, уже ты окоп, уже даже кулак не могу сжать, потому что сил нету. Ты знаешь, это, когда назад были, что-то это, ты же рассказал за эту колонну. Если остановка, сынок, выскакивай и беги нахуй, а подальше от этих машин. Уже все, мы, если да, уже не сиди, домой, не жди нахуй. Все, уже контракт закончен, пошли в жопу, я не собираюсь погибать в этих машинах. Полудурки, ничего же жизнь не учит, понимаешь, и каждый раз же так ездим. Каждый раз так ездим. Люди гибнут, машины разбивают, и каждый раз... Ты знаешь, как специально вот, сука, а? Че творят, че вообще без мозгов, даже я, человек не военный, совершенно понимаю, что так нельзя делать, это неправильно. Ну, а видишь, что ужас. Тут тупорылый. Каждый раз они те же грабли наступают, и все равно. И понимаешь, ага. Стреляли в убирать человека, я тебе сказал, погиб недавно у нас здесь, да, которого да, не да, довезли. Да. И мы же там же практически рядом роем окопы. Ну, я не могу понять, здесь дауны, понимаешь? Просто дауны. Какой ужас.